Добрый день, уважаемые жюри и участники Всероссийской конференции «Рост-Азия». Меня зовут Куличкин Димон. А меня Говорин Виталий. И это наш доклад по теме исследования строения и свойств нового выпуклого многогранника скутоида. Международная команда ученых из Сиюльского и Лехайского университета в процессе исследования клеток обнаружена новые фигуры. Исследователи назвали ее скутоидой. Актуальность. Наибольший практический интерес представляет призма пирамиды призматоида. В нашем исследовании мы изучим классификацию выпуклых многогранников, их свойства и особенности строения. Главное внимание будем уделять скутоиду. Гипотеза. Новая фигура можно классифицировать выпуклыми многогранниками. Цель. Исследование строения свойств скутоида. Задача. Классифицировать многогранники, исследовать свойства скутоида, изучить технологии построения многогранников, используя методы научно-исследовательских сравнений и сопоставлений. Это многогранники в стереометрии. Многогранники формируются путем пересечения плоскостей. Многогранники разделяют на правильные, полуправильные и произвольные. Как мы видим, скутоид является произвольным. Характеристика многогранников по объему. Здесь мы видим, что скутоид состоит из 10 пирамид. Нам достаточно найти их объем и суммировать. Тогда мы увидим окончательную формулу объема скутоида. Характеристика выпуклого многогранника по теореме Эйлера. Если сумма вершин и граней больше числа ребер на 2, то эта фигура является выпуклой. Так как мы видим, скутоид тоже является выпуклым многогранником. Экспериментальная часть, в которой мы создали скутоид в естественной среде при помощи льда и пузырьков. Развертка многогранников. Одним из способов изготовления многогранников является способ развертки. Это развертки архимедовых тел, и мы сделали развертку скутоида. Мы сделали исследование строения свойств скутоида и пришли к выводу, что скутоид относится к классу выпуклых многогранников, так как по формуле Эйлера его коэффициент равен 2, относится к группе развертывающей поверхности, так как имеет развертку, относится к неоднородным многогранникам, объем скутоида равняется сумме объемов 10 пирамид. Основание скутоида лежат на параллельных плоскостях. Одно боковое ребро имеет Y-образную форму. В каждой вершине сходится по три грани, и фигуру скутоида можно изготовить естественным условием. Выполняя работу, мы научились делать анализ прочитанного, выбирать нужный материал, искать ответы на возникающие вопросы, делать выводы. Спасибо за внимание.